Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Welcome to our Japanese. Добро пожаловать на наше вдохновение на джапу. Actually, when we do our japa. Замечательно. Если во время повторения джапы у нас получается проникнуть в священное пространство и достичь умиротворения, оставив все, Шрила Бхактивинода Такур возносит молитву: «О Господь, я припадаю к Твоим стопам, я Твой вечный слуга, а Ты, о Господь Вселенной, мой защитник и тот, кто поддерживает меня. Все принадлежит Тебе. Я же всего лишь слуга. Несомненно, Ты даруешь мне освобождение». Хорошо, если у нас есть это умонастроение «Я слуга». Оно означает, что мы служим кому-то. Это и есть отношение. Что же мы ожидаем, будучи слугой от своего господина? Есть ли у нас какой-то запрос? Желаем ли мы получить от своего господина нечто, что может обогатить наши жизни? Конечно же. Но есть одна особая вещь, которую мы должны желать и молить Господа о ней. Бхактивинода Такур говорит о ней так. «Бхактивинода принял прибежище у твоих стоп. Пожалуйста, прости ему его оскорбление. И, пожалуйста, даруй ему вкус к твоему имени. Пожалуйста, поддержи его». Господь поддерживает нас двумя путями. Он прощает наши оскорбления, и Он дарует нам вкус. Вкус, который помогает нам двигаться вперед. Вкус, который наделит нас силой преодолевать все препятствия. Божественный духовный вкус, который в самом деле является нашим проводником из мира небытия, мира майи, назад в царство Кришны. Вот чего нам следует просить, когда мы повторяем джапу: прощение за оскорбление и обретение божественного вкуса. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.